Ты смотри, идут еще. Господи. А скажи мне, пожалуйста, вот ради чего это мы это барахло с квартиры и квартиру перетаскиваем, а? О, как нас двое везем. Да одного твое вязание 5 тюков. У меня спина, между прочим, не резиновая. Да ты посмотри, какое там вязание. А что я там не видел? Полюбуйся, полюбуйся. Ну, давай посмотрим. О, пластинки мои. А это откуда? От верблюда. Хорошо. А вот тут у нас что? А, не лезь туда, это Машина. А чё не лезть-то? Секреты от отца родного. Ой, барахольщица-то. В тебя вся пошла дочка-то, а? Взрослая девка. Замуж скоро? Какие игрушки? Достать, жалко что ли. А это что такое? Положи скатерть на место. Вот это скатерть? Да, бабушкина. А ну-ка, давай накроем. Не устраивай, пожалуйста, цирк. А что, красиво? Это все, что от нее осталось. Это память. Память должна быть хорошей, долгосрочной, а не дырявой нафталин. А у тебя память не дырявая? Не. Не помнишь, когда у дочери день рождения. Кстати, Маша! Маш! А ну-ка забирай свое барахло! Слышь? Да пусть ребенок отдохнет с дороги. А кто это должен забирать? Я что? Давай, просыпайся! Маша! 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 Come in, please. We need to unpack the bag so I can leave. At least move from the doorway. I have maximum 5 minutes. God, could you please stop wasting time? I really need to find my tie. Are you leaving? Yes. Well, in comparison to you, me as a normal human being, I go to work. So, yes, I'm leaving. Sure, honey. And by the way, coming back to yesterday, I really do think that a job should be normal. Not homemade like yours. I mean, how much have you done recently? That's why I say an office discipline. Maybe it's not that inspiring, but it's profitable. I'm gone. Don't forget about the evening. What's with the evening? Listen, if you don't want to keep in touch with your father, at least do it for us. Come on, don't be so childish again. It's just useful to be in a good relationship with your father. So please get ready for the evening. Бабочками.
где батюшки. Нашел время. Ну и зачем тебе сейчас этот стол? Собираю дочери подарок на день рождения. На свой? На свой. А мне не нравится, что он корячится за кухонным столом среди двоих стряпней. У ребенка должно быть свое рабочее место. Работничек нашелся. Ну ты тогда хоть не дыми здесь, а то всю комнату прокуришь. Можно подумать, твой отец тут не горел. Можно подумать, ты мой отец. И ты оденься. Маша! Маш! Планшет тащи, у нас пополнение! А какая там? Да та, которую ты профукала. Так. А иголки где? Забыл. Как всегда. А что я-то? Я ж тебя учу. Давай сама. Нет. Ну, Маша. Нет. Маша. Вот скажи мне, почему любому нормальному ребенку стоит один раз показать, как надо, и он всю жизнь будет делать правильно. Почему у тебя так не получается, а? Руки вынь изо рта. А тебе письменный стол делают? Ты чем рисовать-то будешь? Курчапками? Все, иди мне помогай, скоро гости придут. Алло. С приездом, дорогая. Мама, спасибо. Спасибо большое. Ну как вы? Как тебе дома? Мы, ну, он уже на работу ускакал, а я вещи никак не разберу. Вернулась. Ой, даже не верится. Откуда я вернулась и куда? Сама пока не знаю. Ты мне что-то сказать хотела, мам? Да, ты помнишь, что у отца сегодня день рождения? Помню, мам. Я позвоню ему. Или поеду на праздник. Я не знаю. Посмотри, там в доме планшет с вашими бабочками. Он меня уже несколько раз про него спрашивал. Но, скорее всего, он там где-то в доме и остался. Найдешь, вот тебе и подарок. Планшет. Хорошо, мам. Удачи тебе сегодня. Я надеюсь, ты все-таки
Ну, юбилей как-никак. Хорошо, мам. Ладно, поняла. Подумай. До скорого. Пока. Так, у всех тарелки есть горячие? О, все горячие? Ну ты прям накормила нас. Да, ты ладно. Такой стол. Да, повезло мне не пожинать. Не говорит. Давайте выпьем за хозяйство, а? Да нет, я домой. О, дождь, что ли? Так тем более дождь. Ну, это же только что не было. Сейчас у тебя зонт там. Держи. Нет, нет, не надо. Да перестань ты, такой дождь. Ну, спасибо. Пока. Маш, не бегай, пожалуйста. Hope you're ready. I don't get it. Why are you not ready?
I've never been ready. Okay, great artist. Are we starting this deep talk again? All I was asking for was you to be ready when I'm back. And now we're gonna be late. You haven't seen your father for ages, and you're not even hurrying for it today. I stayed the whole day at work while you were, let me guess, sitting at home. And you couldn't even prepare yourself for the evening? So get ready now. Какая прелесть. Смотри, смотри. Маш, планшет тащи. Думал, у тебя там, наверху. Я знаю. А может быть, мы ее отпустим, а? Я бы отпустила. Так, да? Ладно. Да я бы отпустил. You get ready. What do you mean? I mean ready for leaving. Leaving what? Leaving my life. You know that if you are left alone, you are left completely empty. Do you know why? Because you don't have yourself. I do. He'll look at me and smile. I'll understand. And in a little while, and though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday. Maybe Monday. Друзья мои, позвольте мне еще раз поздравить нашего юбиляра. Я поднимаю бокал за этот дом, за твою семью, супругу, детей. Очень рад. Спасибо. Спасибо. Думаешь, не приедет? Хватит уже об этом. Да и врач. Эх, можешь позвонить? Дорогой, успокойся. I'm waiting for the man I love. Кто-нибудь хочет сказать тост? Я. Thank you.
дочь. Папа. Прости, я. Маша. С днем рождения. Спасибо.